Нынче, раз была жаркая погода, поэтому искать лучше грибы чаще. Вот тут маслята стоят. Вот. Чаще, где. Вот вроде что-то есть. Тут, да. Наведем. Да, красноголовик. Вот. Чаще, где побольше влаги. Примерно туда надо идти. Так, а что тут еще один? Вот видите, какие молоденькие красноголовики стоят. Вот. Вот такое примерно чищобе. Вот. Ух, елки. Вот видите, вот опять красноголовик. Под листочек спрятался. Вот. Вон там вон два старых стоят. Вот так примерно. Если дойдем до моего места, там их будет гораздо больше. А это поганки. В литературе где-то было написано, что проведминкруг. Вот. Вот что-то похожее. Вот сюда. 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 И вот передо мной этот кружок заканчивается. Фу. Пойдем дальше. Подходим к тому месту, где обычно бывает много грибов у меня. Но нынче что-то похоже ничего нет. Так, это что тут такое? Да, это. Ну, это сырой грусть тут. Это не так интересно. Похоже, ничего нет. Очень много красноголовиков. Здесь вот в этом осиннике. Бывает. В прошлом году с Аней 56 вот здесь штук срезали. Ничего нет. Сыроежки, маслята я не считаю. Ну, вот немножко тут какой-то появился. Вот он. Маленький. Только, видимо, пошли в этом месте. Хотя мы нынче уже собирали. Ну-ка. Здесь нет еще. Так, вот еще вроде грибок. Да, маленький красноголовик. Вот это маслята тут. Да, неважно. Вот это канал. Так, вот в канале тоже что-то тут похоже. Вот еще один красноголовик. Так. Там тоже что-то стоит. Свинок, наверное. Там он, похоже, красноголовик опять. Вон там на склоне. Повыше. Видно вам или нет? А вот он, да. То есть фактически-то тут можно набрать. Вон там тоже вверху они есть. Вот. Так же, как в принципе и должны быть внизу. Их нынче нет. Фу. Это кто помоложе, может бегать по этим отвалам. Там что? А там он, а бабок стоит. Не видно будет, наверное. Где-то там он. Ну ладно. Не густо, но что-то есть.